Привет, друзья! Сегодня хочу показать вам, как собираю своего рыцаря хаоса. Это конверсия глубокая из ГВшного рыцаря, какие-то бесы от Legia Models и разных битцев. Идея простая. Вот этот вот рыцарь хаоса, он стоит на поверженном волчьей броне. Это поверженный рыцарь волков. Вот его башка. Броня от него же. Что я сделал? Я ему законвертил ноги, одел от большого рыцаря щитки внизу, броню. Выставил его практически. Вот он так стоит. Будет вот так стоять. Сейчас я просто дорабатываю его, чтобы поставить ему руки. И вы будете смотреть на это. В принципе, если хотите. Мы доделаем зеленкой тут некоторые детали, чтобы было красиво и симпатично смотрелось. Чтобы биться от всего подряд тут у нас. Я дорабатываю. Что будет в этой руке? Вот такая вот штуковина. Он стоит и держит вытянутую руку с пушкой со своей. Вот так вот. Сейчас вам покажу, как он будет смотреться. Не знаю, получится, нет. Делать и руку, и ногу. Пока что вот руку, да, надо что-то ему добавить сюда. Может быть так, чтобы смотрелось шевически. Скорее всего. Пусть пока клеится. Сейчас попробую его поставить на руку. Нет или не будет, или будет и не будет. А, упала, не хочет держаться, даже отвалилась моя штуковина, да, от него держаться не хочет. Ну и плохо, и зря бы я сказал, что держаться не хочешь. На том месте я бы держался. Ладно, пусть клеится пока. Зеленка не особо держит, к сожалению. Ладно, нам понадобится еще. Так, это первая, да, рука. Правая. Как бы указывает ей. Да что такое? Он указывает ей на ребят, типа говорят, вот так вот со всеми будет. Вторая рука — это глубокая, блин, придумка. Коса. Тут как бы все сложнее гораздо. Итак, ситуация следующая у нас, да? Может, ты хотя бы здесь будешь стоять?
встань сюда. Вот он у нас стоит вот так. И этой рукой держит свою косу. Можно вот так. Разницы нет, как он стоит. Можно вот так поставить его. Можно вот так. В общем, идея вот такая. Коса здоровенная, мощная, тяжелая. Здесь просто куча бицев разных. Это от меча. Это косу, я уже не помню, печатал где-то. На принтере напечатана. Рука переделанная. Это для геомодулов. Кусочки тут. Дофига, короче, всего здесь. Пришлось повозиться с ней. Но получилась замечательная коса. Хотел сначала сделать ее в двух руках, чтобы он держал. Но он слишком здоровенный получается. По площади. И потом решил переделать ее и поставить, что он в руке держит в одной. А второй рукой он указывает на кого-то. Что еще хотелось мне сделать? Я вот думаю. Закрыть броню ему. Или не закрывать. Наплечники разные, да, у меня варианты есть несколько. Есть простые, есть вот такие. Хаоситовские. Будет просто круто, я думаю. Как-то так. Почему я это делаю? Ну, потому что так он индивидуальный будет вид иметь. Очень мне нравится конверсия. Изначально нравится конверсия всегда. Вот так вот будем стоять, смотреть и стрелять. В общем, посмотрим сейчас. Можно, конечно, есть идея другая. Есть идея поставить вот эти вот родные ему наплечники и сделать на бахнутом фрихенд. Пока не знаю я. Он и так очень сложный. Если еще фрихенд будет на нем, блин, я думаю, перебор будет. Единственное, чтобы я повесил цепей на него. Ну, цепи мои где-то не понять где. Что здесь есть? Цепей таковых нет. Где-то были цепи, честно говоря. Где они? Фиг знает. Найти их сложно. Но если найдем, возможно повесим. Что у нас тут такое валяет? Так. Нет, здесь цепей нет. Это маринчики, кстати. Нашел старых плагмаринов. ХЗ, кто у меня есть. Разные. Это вообще замечательно есть вон. Какие шикарные. Ног нет для них. К сожалению. Так, прикольные чувачки. Так, здесь нету, короче. Где цепи, я не знаю. Если честно. То есть они где-то есть. Флагмарина большого. Рука и башка есть. Есть цепь. Я куда-то дел их. А куда? И сам черт не разберет теперь. У меня такой бардак почему-то сейчас на столе. Надо будет здесь убрать все. Вот что я нашел. Опа. Меч. Твоя голова с плеч. Меч куда-нибудь понадобится. Так, куда ему бить цепи? Кстати, прикольно, что. Цепи.
Опа. А вот наши цепи. Одна есть. Это и все. Столько разных мест, где могут лежать цепи, что просто обидеться. У нас есть еще вариант же навешать ему тряпочек. Я под запасы тряпками. Вот так вот, да, например. Тряпка здесь, тряпка здесь, тряпка здесь. Тема, кстати. Цепь у нас пока одна, да? Ладно, ну вот тряпки тема. Давай-ка возьмем их несколько штук. Три. Посмотрим. Повесим их как-нибудь. Будет круто. А с этой стороны, прямо вот так хорошо смотреться будет. Ну да, так и сделаем. Надо прямо сейчас можно это сделать. Чего уж там. Надо подумать, почему нет. Да? Прикольно смотреться будут тряпки наши. Мне даже нравится. Даже очень. Давай приклеим их. Это здесь, а это здесь, например, да? Угу. Ну вот так вот, только если. Так, ну-ка, погоди-ка. Так, ну что, ставим эти.
лестничке наверх. Что думаете? Оставляем? Есть еще у нас эти вот, да? Провода. Ладно, с проводами чуть попозже разберемся. Нам нужно еще вот эту штуку, да, сделать. Так, пока это сохнет. Вот так вот бахнем. Будет круто. Просто будет замечательно. Ну-ка. Пока что эти наклеим. А потом мы этот. Оп. Вот так вот я и работаю. Бардак, конечно, пока конверсию делаешь, просто на столе жопа. Куча всяких бицев везде валяется. Потом это все уберу, но все равно. Я использую суперклей для сборки. По двум причинам: быстро засыхает, а вторая причина, если надо все-таки переделать, да, он позволяет это сделать. Если использовать пластиковый клей простой, для он зараз так клеится часто, что фиг ты оторвешь уже, то есть ломать приходится, и это нюанс нездоровый такой, да. Так, это нам не надо. Ну что, где он у нас? Приклеился. Вот получается вот такой парень, да, у нас весь в тряпках. Ух, упал. Авария. Надо на что-то его садить, блин. Не на что садить пока. Ты будешь стоять, сволочь. Давайте его приклеим хоть на что-то. Сделаем ублюд. Пока что выходит вот такой вот паренек. Сейчас я вам покажу. Такой клинится, сволочь. Вот так он должен стоять. Вот здесь будет у него рука, так чтобы было вам видно. Она будет вот так получается, да, у него. Не кренись, стоять ровно, ты же хасид, ё-моё. В общем, вот так вот у него будет рука стоять, будет держать и себя заодно. Да зашибись будет. Так, ну что, я не могу его пока приклеить, поскольку мне нужно красить его будет. А это такое заведение. То есть вот он будет смотреть, одна рука у него будет так стоять, он указывать ей будет, а второй он будет держать огроменную, охеренную, крутую косу. Будет просто очень шикарный чувак. Вот такой рыцарь хаоса у нас получается. Он будет доступен для приобретения, если что, парни. Когда закончу. По-моему, офигительный. Так, ну да, сверху мы, наверное, все-таки вот эти поставим. Наплечники. Все.
Что ты? Нет ничего такого, чтобы держало нормально. Почему волк? Ну, не знаю. Попался. Кусок брони у меня был. С наплечником. Попался волк под лапу хаосита. Есть вариант еще накидать туда детали, как под... этого самого, как его звать? Тысячника. Есть у меня. Тысячника куски разные. Внушительный парень будет. Ну, считаем, мы его закончили. Сейчас попробую собрать его и снять. Как это сделать, чтобы он держался, пока вопрос. У меня еще много барахла тут разного, да? Все. Пошел собирать. Засниму, попробую его. И покажу вам собранный уже.